автомат и гитара на афганской войне. Кто-то скажет, не пора, там романтики нет. Я не спорю, поверьте, но хотел бы спросить вам когда-нибудь в рейды. Доводилось ходить, вы считали недели. До отлета домой вы когда-нибудь ели сухпаёк фронтовой? Не в туристских походах, не в лесу у костра, там беднее природа и сильнее ветра. Там пылают пожары, и в жестоком бою громче всякой гитары сами скалы поют. Вам знакома усталость после трудного дня? Если это случалось, вы поймете меня. Да романтики нету, есть работа и кровь. Кто-то верил в победу, кто-то верил в любовь, кто-то знал, что вернется, да упал под огнем и струной отзовется наша память о нем. Не изучены свойства наших душ на войне. Кто-то бредил геройством, а мы пели про снег, про края, где родились, да про шорох берез, и совсем не стыдились с пылью смешанных слез. Вам, неведавшим вроде, нет причины тужить. Вы спокойно живете, нам уж так не прожить. Нам не выйти из боя, не вернуться назад и гитар не настроить на лирический лад. Боевые гитары, я вам песню пою. Да, гитара не пара автомату в бою, но поправ все законы, в этом мире скупом вы горели в колоннах, заодно с игроком. Вас дырявили пули, и осколки секли, грифы тонкие гнули, да сломать не смогли. И вдали от союза вы в руках у солдат доказали, что музы на войне не молчат. Автомат и гитара на афганской войне. Кто-то скажет, не пара, там романтики нет. Я не думаю спорить, петь о том или не петь, мне гитару настроить, надо к бою успеть.